Всем доброе утро. Поставила яички. Сейчас ребятишки проснутся, позавтракают. В общем, и Гоша сделала манную кашу. Все, она практически остыла. Сейчас позову его кушать. Все сделала кофе. Вот. Так что вот так сегодня погодка у нас хорошая должна быть. Поедем мы сейчас в магазин. Все-таки без всякой Гоша. А что у нас так спереди орёт, Гоша? У нас мультики, как обычно. В общем, поедем, купим муки, надо купить, сахара купить. Может быть, минтай купим, ну не знаю, в общем, глянем, посмотрим. А, вот. Потому что за раз все много, да, и так тащить на пятый этаж. А так постепенно закупаемся. Потом съездим, масло возьмем. По чуть-чуть. Я сегодня, видите, макияж сделала прям такой. Вот мои, кстати, новые тени вчерашние. Вот так. Так что все. Флаги висят. У нас. Иди, это тяжело, иди. Все, берем. Давай. Все, мы уже дома, приехали. Ой, сейчас покажу, что купили. Так, купили мы муки 10 килограмм вот этой вот. Вот эта вот мука вообще отличнейшая. Так, купили 15 килограмм, да, сахар? 14. А, 14 здесь, точно. По 7 штук же, 14. Купили апельсины в Ярче. В Ленте заехали, взяли сосиски. Ну и в Ленте сахара, соответственно, мы брали. Заезжали к бабушке, еще взяла я вот такую вот штучку на стул, на табуреточку. Вот у меня таких два стула. Вот на эту одели. Я говорю, дай-ка мне еще на другую. Вот она мне сейчас дала. Отдала. Так. И что мы еще тут купили? Что же мы тут еще? А, ничего больше мы тут не купили. А здесь мы купили лапшу. Лапшу, как я говорю. Я не могу, я не могу привыкнуть говорить макароны. Это лапша и все. Вот две штуки взяли. Две таких, две таких. В общем, целый пакет. Лапша вот эта вот у нас. Опять лапша. По 16,90. Но она очень хорошая, желтенькая такая. Это яшкинская лапша. Опять лапша. Ну, пускай будет. Это меня уже не исправишь, друзья. Будет лапша. В общем, целый пакет набрали мы. Вот, что мы еще взяли. А, еще мы рыбу взяли. Рыбу. Рыбу мы заехали. Взяли минтай. 4 штучки. Большой такой. На 170 чем-то рублей. В светофоре. Ну, и все, в общем-то. Вот такая у нас закупочка. Еще осталось сливочное подсолнечное масло. Купить и мясо, еще мякоть нужно будет купить, свинину. Ну вот и все, наверное. Так, ну, ох, рассказывай, что тебе купили. Мыльные пузыри. Да, мыльные пузыри. А Фикс Прайс зашли. В Фикс Прайсе мы в другом, правда, не заезжали, в том, где видели, там прям литровая бутылка мыльных пузырей, 99 рублей вперед, что-то не взяли мы. Ну, холодно было, подумали, что-то, не знаю, почему мы не взяли, а в этот раз заехали в другую вот сегодня, и там нету, именно вот такие. Ну, ладно, пускай будут такие. Пока, да? Здорово? Да, я их на улицу сегодня выкину. Хорошо, Маш, держи, чтобы не пролил. А вот здесь еще лабиринт. Да. У тебя тоже лабиринт не другой. Ну, Ваня играть сел. Вот так. Здесь тоже.
Что вы не открыли до конца, жалею, пускай. А ну что, пускай сохнет в квартире, солнце, говорит, светило. Я это открывала балкон, там это так тепло, мне кажется, даже... Очень тепло, очень тепло. Даже на что? Я мерзляка, мне в кофте очень жарко. Тепло. Ну, тепло, но, ты знаешь, как-то душновато, потому что влага все равно, испарение, видать, идет. И вот так. Ух ты, красота, да? Весь мокрый вылез пузырей. Сейчас покажу, что мои дети делают. Так, ты так можешь упасть. А, здесь постирано. Мам, скажи, чтобы он... Я его держала. Ну и что, тепло, что ли? Вообще тепло. Я на улицу хочу позвать подружек. Вообще красота. Когда пойдем гулять? Ну, сейчас, наверное, через полчаса, наверное, пойдем. Вот. Что, теплота, красота. Я пока что там подружкам напишу. Кто приходит сюда? Я флаг вот сюда повесила, потому что здесь он так задирался у меня, здесь вот хорошо. Вот у другого балкона забрался. Да? Ну, ветром. Так что цветочки свои на балкон кое-какие вынесла на солнышко. Пускай постоят, погреются, да? Ну вот, этот долой вынесла. Пускай маленькая на свежем воздухе. Ну. Сейчас немного ветерка. Тоже не помешало бы. Кого тебе не помешало бы? Ветерка. Господи, так сколько было ветра, холода. Зачем нам ветер, холод? Да? Блин, просто мне жарко становится. Аж напить хочется воды. Ничего себе. Принесите мне воды. Так, друзья, хочу поделиться с вами рецептом скраба для лица, для тела. Пожалуйста, можно пользоваться. Это соль, растительное масло у меня в моем случае. Можно оливковое, можно кокосовое. Ну, какое больше вы предпочитаете. И ложечка меда. Все сейчас перемешиваем. И все. Очищаем кожу лица обязательно. Тем средством, которым вы очищаете. И начинаете скрабировать кожу. А скрабировать кожу где-то нужно 1,5-2 минутки. Потом можно на такое же время просто скраб оставить на лице, на коже тела, да. А вот такой скраб можно делать раз в неделю, либо раз в 10 дней. В зависимости от вашей структуры кожи. Если у вас кожа такая плотная, да, то можно раз в неделю делать. Если все-таки у вас кожа имеет тонкую структуру, то, конечно, можно даже раз в 14 дней такими скрабами пользоваться. В общем, сейчас хорошо все перемешиваю, иду очищаю лицо, делаю скраб, и потом я вам расскажу о масочке, какую следующую маску я буду наносить после такого скраба. Ну что, мои хорошие, сделала я свой скраб. Скраб очень мне понравился, отлично работает. Кожа просто сияет, нежная, бархатная, просто супер. Проскрабировала зону декольте, шейку. Ну, мне очень понравилось. И вам, конечно же, я тоже очень рекомендую такую вот процедуру провести. А сейчас у меня вот масочка, я ее расскажу, как сделала. Здесь у меня один яичный желток и банан. Банан натерла на такой терочке. Ну, можете вилочкой натереть, можете на большой терке натереть, без разницы, в общем-то. Все, сейчас это все быстренько смешиваем и буду наносить.
Вот. Решила я прям заняться масками. Именно масками. Я делаю масочки, но я частенько стала делать масочки именно магазинные, от которых есть, конечно, результат. Но домашние маски я больше как бы приветствую. Вот. Так что вот так. Буду наносить прям пальчиками на шейку, на зону декольте. В общем, вот так. Вот. Куриный желток очень хорошо тоже работает на коже. У меня куриный желток от домашний, в общем, от курицы домашний. Так что я думаю, что это даже очень хорошо. Вот. Слушайте, кожа просто, она уже, она напиталась, она проскрабировалась, а там же присутствовало в скрабе масло. Я просто растительное масло решила добавить. А вот кожа, она совершенно не травмируется от этого скраба. Она в то же время отшелушивает, и в то же время бережно вот так вот отшелушивает и питает кожу. Мед, он тоже такую вот структуру делает. Ну, я просто вот говорю, словами не передашь, а лучше всего самим попробовать обязательно. И, конечно же, потом написать мне. А может быть, вы уже делали и напишите мне сразу, как вообще работает это средство. Вот, так что надо собой заниматься все-таки. Уже не молодые. Я конкретно про себя говорю. А возраст уже достаточно приличный. Так что 36 лет это уже о чем-то говорит на самом деле. Да. Обязательно на ручки. Обязательно. Чтобы ручки наши были такие же ухоженные, красивые, как наша кожа лица. Вот. Так что, мои хорошие, сейчас полежу я с такой масочкой 20-30 минут. А потом смою теплой водой. Даже можно слегка прохладной. Холодная вода благотворно, кстати, влияет на кожу, нежели горячая. Так что, кто не знал, обязательно возьмите себе на заметочку. Холодная вода тонизирует так лицо, и вот оно прям такое вот становится, ну, здоровско. Вот так, мои хорошие. А я, наверное, буду с вами прощаться уже. И увидимся с вами уже совсем скоро. Обязательно пишите мне комментарии. Не забывайте пальчики вверх ставить. Мне это очень-очень важно. Ну, кому не понравилось, ставьте пальчики вниз. Ну, это тоже как не есть, а знак внимания, да? Так что, мои друзья, увидимся уже скоро. И всем до новых встреч. Всем пока-пока.